Всем привет, любители ароматного табака. Значит, вчера один из моих подписчиков пригласил меня к себе на работу. Он занимается реализацией, продажей, вернее, табака, табачной продукции. Дивиденды начинает, вернее, популярность опять приносит дивиденды. Значит, магазин располагается рядом с метро Профсоюзная. В общем, кто рядом живет, зайдите, интересные магазинчики, ссылочку, вернее, адрес и точные телефоны я, в общем-то, в описании к видео укажу. И так, что же я с приятной скидкой приобрел в этом магазине? Ну, во-первых, спички мне будут подарены, потому что человек раздражает мое прикуривание трубки при помощи зиповской зажигалки. Вот он мне презентовал какие-то чудесные спички. Ну, попробуем, интересно будет. Так, дальше, соответственно, сигарилы я вот такие вот у него приобрел, чудесные, значит, это Исходус, таран Исходус 1959, мы курили сигару Исходус, вот покурим теперь сигарилы, вот, значит, интересно будет, что из себя сигарилы представляют. Ну и, соответственно, кто-то меня из подписчиков просил, я купил махорки. Тут на дворе кризис, надо бюджетные вещи курить, соответственно, попробуем. Та самая тут замечательная, наверное, махорка. Ну, не знаю, не курю никогда махорку. Вот с вами первый попробуем. Вот. Ну, как бы вот так. Спасибо, что смотрите мои обзоры. До новых встреч.